Всем теплый привет! Это канал Анна Малибу, где я рассказываю о нашей жизни в Южной Каролине, ну и не только. Мои подписчики уже знают о последних знаменательных событиях этого года, когда мы выехали на свою родину в Молдавию, где все еще живут мои два младших сына с семьями, и уже в курсе, что там мы лечили свои зубы, ну а я была оперирована по гастрошунтированию желудка. И на сегодня уже снизила вес на 13 килограмм. Операция не косметическая, это последняя возможность решить быстро и надежно проблемы по здоровью. Я всю жизнь поддерживала свой вес в норме, в принципе, на диетах сидела и спортом занималась на программе ЗОЖ, но после пандемии и трех коронавирусов не смогла справиться и перенесла очень опасный сердечный приступ. Это решило все, и на сегодня я очень рада, так как давление и сахар в норме, не болит голова, ноги, нет изжоги и намного больше энергии. Мы успели решить административные вопросы с нашими пенсиями. К сожалению, печальное событие произошло. Мы с почестями проводили последний путь Жорину маму, нашу бабушку. И мы успели попрощаться лично, проводить ее с миром, в общем, со всеми почестями, традициями и так дальше. Георгий задержался, конечно, еще на 10 дней и смог также пообщаться с дочерью, которая специально старалась прилететь вовремя, но, к сожалению, к этому времени я уже улетела. Много общались с детьми, с кумовьями, с друзьями, с внуками. Теперь мы уже дома, в Америке. Это последнее отчетное видео о нашей поездке в Молдову. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Все самое интересное впереди, друзья. Вот тут проходят все собрания, праздники. И напротив вот собор. Очень красивый, популярный. Все христиане посещают, делают тут свадьбы, прогулки. Одна арка, и напротив вот это тоже арочку сделали, когда молодожены идут, очень красиво смотрится. О, и тут сирены есть. Поехала. У-у-у-у-у. Осенью в Кишиневе. Было дождливо сегодня, прекрасная погода. Небольшая уличная торговля. Жора заинтересовался. Это инструмент его отца.
на Бене, да. Она большой. Это понятно. Челемный. А если реба? Давай, седло. А, если седло, да? Это у вас все на Бене, да. Если седло. Рема Мич, да? Да, на вес кажется. Это вообще. Ну? А большая как звучит? Можешь показать? Ну, спуник грека с демонстрацией была стайковал, да? Стайковал, да? Вау! Красиво! Красиво! А, фрумасаж. А ты можешь? Я не пробовал. Не, на большой попробуй. На меня это дико, когда по флауту называется лерты, в это время шли. Флауты мои флауты, попробуй. Я не пробую. Вообще никак, на большой. Попробуй. Получится. Получится, да. У меня получится, не может быть. Красивая черная. Да. Ну, да, если он плачет, да, так же он долго Надо самоучитель к нему еще. Самоучитель, да, не в этом момент. Кофе, соки, кока-кола. Жор, кстати, возьми, купи водичку. Te-am iubit așa cum am știut,
Идем встречать любимую дочь. Она сюрприз сделала такой хороший. Да. Папа купил шарики, цветочки. Ура! Привет, красавица! 7 лет. У меня шарики, и цветочки, и папа. И папа. И папа. А что лучше, шарики или папа? Папа, конечно. Каждый день принесет по шарику. Дай тебе шарики, да. Ой, ты боже. Папа!
кидайте. Это наш гейт. И тут такой чудесный Санта-Клаус, вернее, Свинту Николай. Святой Николай раздает шоколадки всем. Всем пассажирам, и малым, и старым. Вот такое праздничное настроение. Взяла фотоаппарат у моего друга. Hello, hi. Thank you. No, thank you. Ждем. Интересно, что здесь не кидают сумки по одной, а вот уже такие багажные тюки готовые, загружают. Очень организованно. Это Вена, Австрия. Летим в Чикаго. Папино место свободно. Не знаю, уже почти все уселись. Чикаго аэропорт, очень симпатичный, нарядный, праздничный кусочек города. Память переполнена, вот все, что могу, снимаю по-быстрому.